Серпин, забирай туда и мозговой. Лев Николаевич, забирай туда к машине. В машине. Можно? В машине. Все. Я тебе что сказал, ты наблюдаешь или нет? Серпин, ты мне начинаешь. Сейчас вы подождите уже Аркашу, смотрите, уже все вместе сфотографируйте. Алёш! Положили к Александру Афанасьевичу. Здоровья крепкие. Наше покоління.
там Мирослав Скорик, который написал знаменитую мелодию из кинофильма «Высокий перевал». И я предлагаю вам почтить память минутой молчания под эту мелодию, которую я сейчас сыграю. Вы ее прекрасно знаете. Ваш родственник? Это мой дядя родной, пропал без вести в Польше, 19 лет погиб. Вот единственный его портрет восстановлен. Да, красивый такой, молодой. Мама всю жизнь его искала. Да брат ее родной. С праздником, да. Спасибо. Великая победа. Так. Игорь Иванович, это раз своим тенсом видом. Подскажите, как идти? Значит, сверху будут... Не так, как обычно, да? Не-не, все так же. Смотрите, вот сейчас там ректор стоит, сейчас он здоровается, и они двумя колоннами идут сверху вниз. А одна часть, потому что тут почти 1000 человек будет, одна часть будет заходить с левой стороны. Это Маринеско и колледж идет оттуда. Основная идет масса отсюда, и они заполняют. Здесь оркестр будет, ну и тут все поле будет занято. Не за что, пожалуйста, смотрите. Да. Это во сколько начало? Все, уже сейчас минут через 5-10 уже пойду. Все, ждем. Да. Вы услышите по барабанному бою. Ага, с праздником. Спасибо. Здоровья вам, удачи, счастья. Какие у нас красивые полицейские. Самые красивые в мире. Одесситка? Нет. Ну все равно. Все равно самая красивая. Спасибо. Будьте, пожалуйста, добры, сейчас, пожалуйста, смещайтесь в том направлении, потому что курсанты будут проходить. Все туда, там плохие куда. Не, дальше. Вот так.
Ребята, всех с праздником! Смотрим себя на Ютубе. Канал «Студия гонщиков с Одессы». Вы уже все звезды Ютуба. Ютуб. Где Ютуб? Здравствуйте. Ютуб, студия гонщиков с Одессы. Мы вас снимаем. Студия Первого канала, здравствуйте. Студия гонщиков с Одессы. Товарищ Стопчик, как скачать Ютуб? Сейчас не спускается.